Приветствую вас, дорогие друзья, на канал ВВ Плей. Меня зовут Владимир, и мы сегодня продолжаем игрушку под названием 7 Days to Die. Всем приятного просмотра. Приветствую вас, друзья, еще раз. Хочу начать это видео с извинением, то, что так долго не уходил видео. Это все в связи с тем, то, что мы начинаем переезд в новый дом, и в связи с тем получается некоторые проблемы с временем и вообще по большому счету с интернетом. Так как сейчас на данной стадии мы даже... Я вот записываю видео на компьютере и потом их перекидываю в ноут, чтобы использовать Wi-Fi, так как еще не подтянули к компьютеру провод, и тогда загружаю уже на YouTube. Так что, друзья, сейчас могут быть какие-то перебойчики с видеорегулярностью, да, то бишь будет один видео в 2-3 дня. Ну, я постараюсь, конечно, побыстрее это все сделать, но это уже не зависит от меня, так что, да, друзья, тут уже все как получится у нас, по большому счету. Сегодня уже, друзья, как и полагается, мы будем начинать... Я уже начал, к сожалению, цепочку квестов третьего тира, но видео баганулось, сломалось. Я один квест я уже выполнил. По большому счету я ничего толком не получил. Я получил 2000, около 2000 монет, 1810 монет. И я взял бейсбольную биту, да, и который потом я просто сломал. По большому счету, и там ничего толкового не дали. Но зато дали нормального опыта, 6000 копейками опыта, довольно-таки немало. Сейчас вот у нас... Я сейчас не начал... Второй квест, в связи с тем, что это сейчас уже время, уже 7 часов почти что по игровому, да. И пока мы туда долетим, это 1,5 километра, плюс-минус, да, будет уже вечер, а ночью там шастать как-то довольно-таки опасно. Зомбари нас просто сожрут, да, по большому счету. Так что дождемся мы рассвета, только квест уже взял, мы можем уже в 6 часов вылетать и сэкономим время, можем даже все 3... Оставшиеся квесты мы должны пройти, по большому счету, плюс-минус, да. У нас есть вернуть припасы квест. Не довольно-таки плохо. Я уже поставил крафтиться патроны, потому что, ну, у нас осталось 153 патрона. Вот мне крафтится здесь еще патрошечки, да, чтобы это все у нас здесь было, да. Вот, отличненько. Так, что еще добавилось нового? Ну, по большому счету, ничего нового не добавил, да. Тут все у нас как ферма, я чуть расширил ферму, да. Вот здесь видите, да, чуть-чуть там у нас будет. Я буду полностью ферму здесь заставлю, чтобы у нас были свои ресурсы и могли уже готовить всякую няшную вкусную еду. Вот, так что, друзья, как утро наступит, мы подключимся и будем уже выполнять второй квест третьего тира, друзья. Итак, друзья, мы прилетели. Иногда могут возникнуть, еще одно такое маленькое вступление, друзья, иногда может возникнуть какие-то задние шумы. Ну так, видите, мы, как я уже говорил перед этим, мы передвигаемся, сейчас могут тут быть какие-то шумы, там кто-то что-то толкает, что-то там перетаскивает, и довольно-таки могут быть такие маленькие, ну извиняюсь, так что, друзья, ну понимаете сами, да, то, что у нас получается сейчас переезд, тут все-то переносят, тут все-то, ну, шумно, вау. Глушитель, друзья, просто глушитель. Просто глушитель, уже просто глушитель. Так, ладно, короче, получается, давайте, друзья, сейчас приступать. Давай, пацаны, уже, я тут уже к вам уже в гости наведу, и давайте так уже сюда идите. Я здесь, пацаны. Так, там, походу, будут мины, блядь, по-любому. Так, давай, пацаны, уже все подходите, подходите. Мне надо, чтобы вы тут все показали свое личико, чтобы я мог его просто сфигашить. Электроника. Отлично. Дальше. Разбиваем. Так, это мы, знаешь, друзья, вот с этим делом мы вот так берем. Давайте. Пусть... Монстрики ко мне идут, и я тут сейчас все это все сделаю. Латунь приобретем. О, несется, Вася Пупкин, давай. Куча. Динар, вот так, бабосики. Я здесь, пацаны, я здесь. Я где-то здесь не бить. Никого нет. Пока подождем, пока он проломится. Так, что нам надо? Нам надо ресы, да? Они где-то здесь должны быть, по идее. На первом этаже это неплохо. Это вообще неплохо. Тут надо еще их найти. Дверь заперта, окей. Давайте я вам помогу чуть-чуть. Блин.
Давай, 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 жестокий, 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 давай. Ну, ломи эту дверь уже, ну. Умри уже, ёпка. Так, где-то сколько? 6 метров. Тихо, стопэ. Это как понять? Это где? Где-то здесь? Очень интересно. Внизу. Где-то лут внизу. Это как понять? Где-то здесь. Воу! Где тут что-то... Тут ничего нету. Пацаны, где тут, блин? Лут, лутецкий, где лутецкий, а? Алло! Лут дайте мне, паскуда. Так, вот здесь не есть. По-любому кто-то есть, да? Или это внизу, бля. Ну ладно, пойдем сейчас полутаем ночью. Ёпта, это как так? Ладно. У нас есть аптечка. Это я на какую-то мину наступил. Походу, да. Хорошо, хоть не до смерти, блядь. Если было парочку, было пиз... Ну это, наверное, фугасная такая тема была, которую я не заметил, как обычно. Утырок. Так, значит, так, что это набрал? Говна всякого набрал. Мусорник. Мусорник. Там краска ставим, мало ли что. Так, а как же так? Как я так? Ну ладно, черт с ним. Таблетку надо выпить. А где что-то лутецки получается, блин? Лутецки где-то пока... У меня, походу, скорее всего, это где-то внизу. Или где-то... Что-то, блядь, что-то встроено здесь получается, да? 4,2 метра, 2,4 метра. А, я вижу, друзья, вот. Вот и все. Но мы, конечно, не пойдем на этом заканчивать. У нас есть лутецкий внизу. Сейчас пойдем зачистим низ и там заступим. Получим самую няшную вещь. Может, там что-то интересненькое будет. Давай, пацаны, я здесь, давай сюда. На. Сдохни. Хоп. Все? Алло, давай. Кто еще? Главное, что тут не было каких-то мин еще, блин, позорных. А то я опять сдохну. Это означает, что тебе не жалко патрон, да? Очки возьмем, пригодятся. Так, что здесь? Не, не... Пацаны, есть кто? Так, мина нет, мин нет. Дверь заперта, окей. Здесь что-то тут хитрое. Вонючий мусор, но он это пригодится нам к аптечкам. Тоже пригодится. Здесь нету, нету лутецкого, нету. Так, здесь тоже ничего нету. Так, ну пацаны, я вижу тебя. Я вижу тебя. Воу. Но-но-но-но. Мармозель, куда вы? Ты что такое? Такой дерзкий полисмен. Я понимаю, что на Гавайях там вам жарко, но, блядь, как-то успокойся здесь чуть-чуть, а? Есть кто еще здесь? Никого нету? Так, а где лутецкие пацаны? Там какая-то дырка, и туда в эту дырку надо сейчас шагануть. Так, что здесь? Тут есть какой-то лут. Ну. Ну. Ах ты жопа. Не мучиться, пожалуйста. Так, тут еще у нас какая-то стенка. Ну, это мне не нужно, все это. Окей, допустим. Никаких мин, блядь, это сейчас на мину еще как-то нарвусь, на. Окей. Я бы не сказал, что мне это все нужно. Мне это не нужно. Так, шотган мессия. Дай мне какую-нибудь суперскую эмочку, дай мне эмочку. Эмочку дашь ты мне, блядь. Вау. Супер. Кстати, кстати, что какой урон, какой урон у него идет? 31 урон, а здесь у нас какой? 51. Ну да, тут совсем другой урон идет.
Я понял. Что? Это бетон был? Найду вот тут взрывных опасных сооружений. Ладно, короче, где мы? Так, сейчас, короче, сейчас летим мы обратно на базу. Ой, на базу, а к продавцу. И тогда уже будем продолжать. Квест вот цепочку, друзья. Так, друзья, мы прибыли, прибыли. Нам смотрим, что нам дадут сейчас за второй квест. Так, 5500. Как вообще слабо, 5500 очко, опыта, 800 фишек, антибиотики, модификация и железное копье, 161, очиститель воды, антибиотики, лопата, отбивающие. Так, 6-й том, потому что книжки надо всегда собирать, друзья, мы получаем бонус от этих, да, вещей. Так, смотрим, у нас 6-й том у нас есть, бум, палка, да, у нас 6-й том есть, так что берем тогда антибиотики. Завершить. Инвентарь ваш увидит. Блин, надо было очки одеть. Дуба и на не те очки одел. Ладно, продадим это все дело. Что? Как ты не хочешь больше? Да? Ты офигел вообще? Или вернее, офигела? Так, те же цена продажи, мобильность, тяжелая броня. Не хочу я такую броню себе, я хочу нормальную броню себе. То бишь, которая армейская. Это оставим. Так, голос садится, что-то. Извиняюсь, друзья. Так, это мы продадим. Получается, что у нас получается? У нас... Боже ты мой, что за фигня? Так, урон от дальнего боя 38, а у нас, айти, сколько наносит урона? 28. Как это понять? Это меньше наносит, чем это? Железный арбалет. Ладно, это 6-й уровень, ну, по большому счету. Так, извиняюсь, друзья, блин. Голос, садится в твою дивизию. Так, это им не надо, да? Мне тоже это не надо тогда. Может, это пригодится. Уже тоже не надо. Ты захерела вообще, женщина. Ладно, короче, так, смотрим, что у нас есть туда. Что у нас есть, что у нас нету. Берем очки. Мне кажется, надо было очки одеть правильные, нормальные. Потому что, ну, смотри. Можно увидеть ваш инвентарь. Есть что интересно у тебя еще, женщина? Шахтерское ремесло, 3-й уровень. Везучий искатель, том 1, блин. Шахтерское ремесло 3. Пистолет 2 и везучий искатель 3, 2, 1. Ой, не то кликнул. Смотрим тогда. Стимпак. Итак, что там у нас было? Пистолет 2 уровень или что там у нас было, блядь, я уже забыл. Ограбление. Первый том нужен. Второй. Виртуоз здоровописца. Второй у нас есть. Второй есть. Так, шахтерское ремесло. Это у нас есть. Так, значит, у нас что-то только было первое, да? Сейчас, секунду, я что-то уже, блядь, запутался. Пистолет. Везучий искатель. Вот. Везучий искатель. Первый. Больше. Так, нам нужно. Нужно. Великий искатель нам нужен. Так, это мы забираем. И пистолет 2. Второй уровень. Кажется, у нас тоже был, блядь, уже. Не помню, блядь. Что-то память двухминутная. Так, пистолет 2 уровень. Есть у нас 2 уровень, все хорошо. Берем, изучаем. Окей, это мы сейчас скинем, Так, ладно, берем квест. Есть какая-нибудь работа. Ух ты, бля. Принеси, очистить, принести. Давайте так возьмем, принеси, бля, 1,7 метров. Ладно, берем. Бизнес трип олд, вау. Ну возьмем, пофиг, возьмем, посмотрим, что это за фигня. Окей, короче, друзья, сейчас я до базы и обратно. Итак, друзья, прибыли мы на 3-е место назначения. Это у нас Диксонс. Надеюсь, тут не будет. Нам надо что? Нам надо принести припасы. Да, нам надо зайти, убить всех и вернуться. Так, ну, короче. Есть кто?
Да, пацаны, вы чё, да? Как тут, походу, здесь будет. Ебать ты тихо, как ты веди себя прилично. Странно, здесь никого нету. Значит, будет на крыше твари. Вот тварюги. Ладно, берем тогда уже сразу оружие, потому что пока мы тут будем шестать, листать, лазить, они, короче, проснутся и упадут с небес у нас. Ну, как они обычно, понимаешь, зомбари-то с небес-то падают, они, это все нормально, но... Так, это не надо нам еще. Рецепты можем продать. Короче, друзья, в конце мы посмотрим, когда мы получим четвертый тир, что мы... Сколько денег мы заработали за вот это все предприятие. Так, короче, давай, бля, пацаны, нахуй, выходите. Где у вас тут? На второй этаж надо идти, да? Ох ты, блядь. Пацаны, да падайте уже. Уже никого наверху нету. Это как так? Здрасте. Мусорка, проверили. Опа, здрасте, сразу прям... Прям вняшно... Это что такое? Виртуоз дробовика. Хорошо, посмотрим, что это такое. Пригодится. Так, это что, на еда? Еда всегда пригодится на... Маслица. Гнилище. Гнилище нам нахер сдалось. Ну ладно, но... Так, идем наверх. Тут явно какие-то будут черти у нас тусоваться. Ну да ладно. Хорошо, ладно, посмотрим. Так. Заперто, заперто. Текс, текс. Нихера себе. Так, хорошо, хорошо, хорошо. Маленький мусорник. Залутаем. Так, ничего больше нету? Нет, ничего не дал. Ладно, где ж нах наш... Еще надо? Нет, на этом уровне должен быть, да? На этом уровне? Подожди, секунду. А где? На этом уровне? Что-то такое может быть. Нихуя здесь надо. Ладно. 24 метра. 19 метров. Да я где-то там за стенкой. Ну ладно, посмотрим. Блять, это внизу, ну я бы рад. Боже ты мой! Ну что буду искать? Воу! Лежи, ёпта, ты хотел плюнуть меня, сука. Ладно, мы это потом это все зачистим. Так, разобрать, разобрать, выбросить, выбросить. Ладно, это виртуоз, не помню, у нас был, не был, без понятия. Значит, эта тварь это где-то здесь. Здравствуйте. Это как так? Почему не сработало у меня умножитель? Так, еще надо ниже идти, ёпты. А куда еще ниже? Ладно, полезем, посмотрим, что здесь. Няшно. Блиц. Это где-то здесь, что ли? Я не понимаю. What the fuck? 10 метров. На этом уровне.
Блять, на каком уровне? Я где-то здесь. Нюха не вижу здесь. Ну и где ты? Тварь, а? Один метр. Не вижу я тебя, блядь, уёбок. А, вижу, нашел. Сейчас вопрос, где лут детский вообще? Где топовый лут у меня здесь? Ну ладно, мы не будем этим заниматься. Ау, упал. Больно. Ну да ладно, хер с ним. Возвращаемся обратно к продавцу. Ну что, друзья, мы вернулись. Ну и смотрим, что нам дадут за такую няшную. Так что мы здесь. Так, 500... 5 тысяч опыта, 800 фишек казино. И что это у нас? Утконос. Стальные ботинки. 825, нормально. Это что так дорого стоит? Это так, нихуя себе. Двустволка, стальные ботинки, стальная лопата. Стальные ботинки по-любому берем и продадим сразу их. Вау, и друзья, в общей сложности, смотрите, мы закончили тир 3, награда уровня 3 завершена. Спасибо уже вообще за подведение задачи, ну вот награда за ваши тяжкие труды. Зайдите завтра, у меня появится для вас более сложная работа со стоящим вознаграждением. Итак, что мы получили в конце? Получается, у нас сейчас 2000 фиски. Это, короче, мы заканчивали третий тир. Получается, великие ограбления том 1, модификации, боеприпасы, стальной топор, укрепленная дублина. Мы сейчас не знаем, что мы возьмем. Там великие ограбления первого уровня, да, у нас там было. Мне кажется, тоже есть. Нет? Нет. Великое ограбление у нас нет. Как раз берем эту книжку, да. Завершить. Отлично. И у нас получается, видите, еще остались какие-то третьи, но завтра у нас будет уже четвертый уровень. Это я пополню, выполню потом, со временем, наверное, не знаю. Вот. Так что так, смотрим, учим это дело. Блять, я, наверное, тоже изучил то, что уже есть. Ах ты ж жопа. Ладно, продадим тогда то, что у нас здесь есть. Это продать, это продать, это продать. Это можно продать, это можно продать. Свинец. Да, это не хочешь это? Бери все, что тебе нужно, бери все. Так, доски тебе не нужны явно, так, стрелы, ночки, стекло. Нет, конечно, стекло, кому стекло нужно вообще в это время? Так, смотрим, что у нас есть. Ну, ладно, сейчас шахтерский слот третий. Блять, подожди, третий у нас есть. Итак, подведем итоги. За 3 задания, получается, да, мы 3. Три задания выполнили, да? 4. Получается, у нас 7807 денежек. Ну, плюс того, что мы там продали и так далее и тому подобное. Довольно-таки мало опыта. Для того пришло 20 тысяч опыта, плюс те, которые за баре убили. Ну, скажу так, неплохо, неплохо, друзья. Неплохо мы и поработали. Так, смотрим, ладно, что у нас тут еще есть. Может, что-то еще купить в нем можно. Так, хорошо, смотрим. Так, это у нас есть, это есть схемы. Шахтерский слот 3 уровень, мне кажется, уже был, да. Третий шахтерское ремесло. Так. Шахтерское ремесло. Мне кажется, есть третий уровень уже, подожди. Да, у меня есть третий, мне это первый, втором. Ладно. Окей. Ладно, друзья, сейчас долетим до базы. Так, долетим до базы. Взлетели. Отлично. Так,
долетим до базы и по, ну, скинем бабосики, конечно, все остальное, как полагается. Все то, что нам нужно, тоже можно так, там чуть-чуть челы бегают, видел. Или там крикуха была в белом платье. Бесстыжая женщина. Текс. Значит, у нас получается, что 58-й день. Ну, неплохо, мы за 2 дня выполнили квесты. Ну, неплохо, неплохо. И вот, лак какой-то, не знаю, до сих пор еще у меня стоит чоппер, который уже, я хоть на него сейчас лечу сейчас, да? Воу! Блять, странно, что меня не убил. Ёпта. И я странно, что не сломал ноги. Это еще странно. Ладно. Как-то я наглым образом хотел защитить резьбе. Так, а что тут все открыто у меня? Я не понял, алё. Все должно быть закрыто. Наверное, бензин, наверное, заправлял и оставил дверь открытой. Кстати, надо пролезть, посмотреть, что у нас с этим. У нас тут есть ощущение, еще нет? Ну да, у нас есть авиажир. Может быть, тоже могу его забрать? Что? Друзья, вы это идите, да? Отлично, просто бомба. Бомбезно. Ну, просто суперски. Ну, супер, отлично. Забагал, что-то, не знаю, лаг какой-то, баг, не знаю, что за херня. Так, ну, короче, ладно, скинем бабосы. Так, это мы сюда. У нас тут авиажира, блин, что за хуйня? Просто пиздец. Не для продажи. А можем разобрать его? Что мы получим с него? А, даже если ничего не разбирается, потому что ничего нету. Потому что это просто, наверное, визуальный баг просто, скорее всего. Ладно, хер с ним. Хер с ним. Ладно, 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 ладно. Так что, друзья, вот такие дела. В дальнейшем, когда мы уже... Я буду проходить еще эти третьи квесты, да. Ну, покрафчу что-нибудь, посмотрим. Ну, а потом уже мы встретимся, друзья, с вами уже на следующем дне Орде. Надеюсь, там будет нормально, жестоко. Так что еще раз, друзья, извиняюсь, то, что так у нас задержки с видео происходят. Ну, вы сами понимаете, да, переезд, новое место. Пока обоснуемся, пока все разложим, все покажем. Ну, буду стараться, конечно, делать видосики, друзья. Ну, будет чуть пореже, да. Но мы будем стараться делать, конечно, самое лучшее. Вот, стараться делать по большому счету. Вот, если есть какие-то советики, друзья, рекомендации, пожалуйста, не стесняйтесь, оставляйте комментарии под этим видосиком. А на сегодня, друзья, я с вами прощаюсь, всего вам доброго и пока-пока.